Евреи в Российской империи никогда не были эмансипированы, им не были дарованы права гражданства, но в этом и заключалась русская специфика, что не только среди евреев, но и среди других подданных русского царя граждан не было, были только подданные. И в целом сословная структура, характерная для средневекового европейского общества, в России сохранялась на протяжении всего XIX века. Более того, эта структура, которая во времена российского средневековья была довольно аморфной, в XIX веке стала консолидироваться, и фактически сословная структура русского общества к концу XIX века, по мнению многих исследователей, целиком сложилась. Поэтому эмансипации в западном смысле в России быть просто не могло. То есть евреи не могли присоединиться к какой-то группе граждан и быть уравненным с ними в правах. Они могли попасть только в какое-то другое сословие, обладающее большими правами. Но в силу своей религии евреи, как религиозное этническое меньшинство, получили в Российской империи статус инородцев, и иудаизм стал признаваемой религией. Что такое признаваемая религия? Это религия, в отношении которой Российская империя как государство проявляла веротерпимость, и признавая за ней некоторую этическую систему, которая способствовала лояльности престолу. В результате империя поддерживала духовенство этих инородческих групп с тем, чтобы оно эту самую лояльность воспитывало и поддерживало в своих единоверцах, что было благоприятно и для империи в целом. Таких признаваемых религий в Российской империи было несколько. В дополнение к иудаизму признаваемым был ислам. Признавались также другие деноминации христианства, помимо православного, и протестантизм, и католичество. Господствующей, так называемой господствующей религией было русское православие, поскольку это было религией правящей династии большинства народа, и как бы основной привилегией господствующей религии было право на обращение, то есть обратиться в Российской империи можно было только в одну религию – русское православие. В статусе инородцев евреи стали объектом интеграционной политики Российской империи, которая развивалась в течение XIX века по мере развития и возрастания возможностей имперской бюрократии, государственного аппарата и по мере развития русского общества, по мере возрастание возможностей государственного аппарата, интеграция шла сначала через армию. Одним из важных указов, изменивших еврейскую жизнь в Российской империи, был указ Николая I 1827 года, который распространил на евреев рекрутскую повинность. Император Николай I верил в преобразовательный потенциал армии и пытался упорядочить многое в своей империи, включая еврейское население призывом на военную службу. На военной службе предполагалось и было желательно, чтобы евреи приняли христианство. Очень немногие, вопреки ожиданиям, его приняли, несмотря на постоянное давление со стороны командования. Даже малолетние призывники, кантонисты, которых Николай I стал со временем призывать, еврейские мальчики от 8 до 14 лет, тоже всеми силами старались избегать крещения. Немногие прошедшие русскую армию евреи, полное количество которых исчисляется, по мнению исследователей, десятками тысяч, пережили 25-летний срок службы, войны, тяжелые условия, но многие все-таки пережили, и некоторые, даже оставаясь евреями, дослужились до довольно высоких офицерских чинов, как, например, изображенный на этой фотографии полковник Янкель Цам.
Второй политикой в отношении евреев было так называемое казенное просвещение, реформа еврейского образования, совершенная под руководством министра народного просвещения графа Уварова в 1840-е годы, когда была создана беспрецедентная, несуществующая для других подданных империй система начальных школ для еврейских мальчиков, где бы они учили русский язык, и тоже предполагалось и светские предметы, но тоже предполагалось, что они крестятся. Но эта система школ потерпела неудачу, но очень многие евреи, прошедшие через нее, выучили русский язык. Наконец, после смерти императора Николая I с воцарением Александра II и с наступлением эры великих реформ политика в отношении евреев также изменилась, и также уже достаточно созрело русское общество, готовое принять в себя выходцев из еврейской среды. В связи с этим политические меры, принятые правительством Александра II, включили в себя так называемую выборочную интеграцию, когда определенным категориям евреев, например, выпускникам высших учебных заведений, ветеранам Николаевской армии, подобных полковнику ЦАМУ, профессионалам, присяжным поверенным, фармацевтам, и всего насчитывалось приблизительно 16 категорий евреев, которым разрешалось постоянное проживание вне черты еврейской оседлости. В результате еврейская община за чертой к началу 20 века при общем количестве еврейского населения к концу 19 века 5 миллионов 200 тысяч человек составила около полумиллиона человек, то есть достаточно значительное количество. И как бы сравнимое с тем, что с Западной Европой, в частности, для справки, в таких странах, как Германия, проживало 60 тысяч евреев, во Франции 100 тысяч евреев, многие из них были модернизированными, но то меньшинство русских евреев, которое было модернизировано, меньшинство на фоне 5 миллионов 200 тысяч, было гораздо больше еврейского населения западных стран. В следующей лекции мы рассмотрим вторую половину XIX века и те новые события, новые веяния, которые привели западное общество к тому, чтобы еще раз вернуться к ответу на еврейский вопрос.